Тачка из монет. Вы когда-нибудь видели тачку из монет? Нет? Я видел. У меня есть такая. Вот, друзья, привет. Ну что, раз пошла такая у нас ситуация, возможно, YouTube будет заблокирован, то я на всякий случай, чтобы не потеряться с вами, чтобы вы были в теме радиоуправляемых тачек и всего прочего, ездящего, летающего, подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен. Он у меня существует уже давно. Там есть абсолютно все ролики, причем там все ролики со всех моих каналов, первого, второго, третьего. Вот, и, ну, там с небольшим запозданием они заливаются, поэтому сейчас самых-самых последних там нету, но в любом случае все ролики абсолютно там. Поэтому заходите, на всякий случай туда подпишитесь, чтобы быть, так сказать, в теме. Но в любом случае, я думаю, даже если YouTube у нас заблокирует, то я найду обходной путь, чтобы залить, а вы найдете обходной путь, чтобы посмотреть, да, чтобы все как, так сказать, по стариночке, в приятном, всем понятном плеере, да, а не где-то. Вот. Но на всякий случай все-таки на Яндекс.Дзен лучше подписаться, чтобы не потеряться, так сказать. Естественно, скоро откроется российский аналог Инстаграма. Я подал туда заявку как блогер-миллионник для раннего доступа к этой платформе, поэтому там, наверное, тоже будет канал. Посмотрим, еще не знаю, что это такое, будет ли вообще нормально работать. Ну, в общем-то, пусть будет. Вот, посмотрим. Поэтому туда тоже заходите. В ТикТоке, кстати, говорят, тоже я есть, но это так, платформа, знаете, чисто что-нибудь туда вывешиваю и все. Но какие-нибудь прикольные 15-20 секундные ролики. В общем, короткое видео о том, чтобы не потеряться, Яндекс.Дзен, ссылка внизу под роликом. Заходите, подписывайтесь и будьте в теме радиоуправляемых тачек, вертолетов, квадрокоптеров и всего прочего. Пока!